который... Узнали меня. Да, да, это я, Андрюш. Вовтэнкс. Привет. Очень рад тебя видеть. Кто тебе, автограф или что там? Нет, я режиссер, и мне нужна музыка. Пошли домой смотреть, что за кино у тебя. Привет. Заходи. Спасибо. Я вообще не знаю, кто это. Я Андрюс Климка. А какой этаж? Интересно, такой режиссер Миша откуда-то появился, через забор перелез, говорит, музыку, чтобы я сочинил саундтрек для его фильма, говорит, 25 минут. Ну ладно, пусть зайдет в гости и покажет фильм. Ты здесь, а я тебя там на лестничной площадке видел. Привет. Андрюс Климка. Ну ты ж меня знаешь. Миша. Миша режиссер. А где? Где Миша? Миша. Где Миша? Подожди, подожди, это ж моя квартира, у меня ключ есть. Миша куда-то пропал. О, ты уже здесь? Ничего себе. О, Андрюс Климка. Да, я Андрюс Климка. Кино, да, вот ты меня в квартире включил, нашел. Да, сразу, может, тебе кофе, чай. А я вот уже взял себе покушать. Ты располагайся, чувствуй себя как дома. Хорошо, это ж мой дом. Это твой мой фильм, да? Да. Так, ну надо это, ботинки снять и будем фильм твой смотреть. Называется Юра. Тут надо подчеркнуть драматургию, что он сейчас становится нежным. Надо этот типа минорный трек сделать, да? Минорно-загадочный должен быть такой. Это начало, там в конце еще будет интересно. А это не конец еще? Первая минута. Мне показалось, что Андрей, ну вот настоящий профессионал, но есть в нем одна деталь. Мне показалось, что он какой-то скользковатый тип. Я когда его обнимал, он как будто бы выскользнул. Но все равно, мне хотелось бы, чтобы отношение к моей работе было бы с большим вниманием, что ли. Хотя, может, он так работает, я не знаю. В общем, понравился. Настоящий профессиональный профессионал. Угу. Надо, чтобы там женщины пели в треке. Нет, женщины... А мужчины? Ну, мужчины можно. А дети? У меня есть сэмплы животных. Вот так? Нет, это другое животное. Классный фильм, кстати. Как называется? Фильм называется «Юз». Фу, ну, если честно, я даже устал немного от Миши. Он, ну, такой требовательный, он много просит. Но я, конечно, это все могу сделать. А вообще, Миша мне показался, ну, не скользким типом. Он не такой скользкий, как я. Мне нравится с ним работать. Я думаю, у нас что-то получится. Да, Миш? У нас получится уже. Вот, кстати, смотри. А, не смотри. Миша, ты будешь чай? Да, я люблю чай, у меня даже вот с собой пакет тоже взял. Спасибо. Ой, это что, ты так плохо пьешь, Миша? Тебе нужна операция, народ. Прошу. Надо вытереть чай. Я тебе не замазывал ничего? Нет, так и было. Андрей! Андрей! Миша, я тут это... Пойдем досмотрим кино-то. И ты говоришь, вот здесь надо что-то поменять, да? Вот здесь вот музыку какую-то. Да, вот здесь вот ну, надо... Ну, мне все понятно. Приду, мне там просто цветок полить надо. А, кстати, сроки какие? Когда надо фильм, ну, музыку сделать? Это открытый показ завтра. Завтра. Так, это сейчас чая попьем, курицу поедим, и, в принципе, еще ночь есть. Да. Там ничего сложного на самом деле, просто надо 25 минут музыки. Ганс Циммер, знаешь такого типа? Ганса знаю. Мой любимый Ханс Циммер, а Ганс это его брат, ну, двоюродный. Ну, кто-то из них делает прикольную музыку, вот мне нравится. Сейчас я цветок полью. Сейчас интересный момент, кстати. А, нет, потом. Понимаешь, там важно, чтобы все сюжетные переплетения, они были связаны между собой одной звуковой темой на протяжении всего кино. Чтобы у зрителя не было диссонанса, не было скачков во времени, в характер, чтобы оно все смотрелось как полноценный один единичный продукт. Да, да, Миш, я тебя слышу. Окей. Что там говоришь? Не за...
проходи, я тут цветок поливаю. Мы с Кристиной за ним давно уже ухаживаем. А Кристина, это твоя жена? Да. Я жена Андрея, и я не знаю, кто все эти люди, с которыми он разговаривает. Слушай, ну я подумал, мне сэмплы медведя не очень нравятся. Все-таки, если бы был кот, то было бы круче. Видишь, у меня кот умер, и я уже не могу записать, ну, звуки. У тебя кот умер? 8 лет умер. Когда я еще малой был? Мне очень жаль. Может быть, переместимся, покажу, где я буду трек сочинять. А это папа твой? Это мой родственник, Иоганн Себастьян Бах. Бах? Не, он не рэпер, он такое делает, как Lil Peep, Lil Trump, ну вот налил. Big Bach. Короче, давай я тебе сразу играю. Мне лень ее подключать, но ты же типа видишь, куда я пальцем. Вооружение хорошее, я представлю. Я думаю, начало вот сюда сделаем. Середина трека будет вот так, а конец трека будет вот так. Подключаем вот это все. Слушай, есть идея. Фильм снят в жанре триллер, хотя это драма. Все на черных сыграть. Договариваемся, значит, вот все. Я все эти черные запрограммирую сейчас. Уже трек должен быть готов, в принципе. Смотри, твой фильм и там показывают, и здесь показывают. Прикольно. Это уже два просмотра. Тогда, получается, попрощаемся, ты пойдешь, а я буду сочинять. Кстати, это же бесплатно. Да, бюджета нет. Вроде ничего не забыл. Значит, ты мне не платишь. 25 минут музыки, остался сутки, только всего и чуть-чуть. До завтра. Ну, условия более-менее нормальные. Откуда ты меня знаешь? Я же Андрюс Климка, ну не забывай. О, хочу, чтобы вот такая вот тема играла. Скрипок не будет в твоем треке. Расскажи мне, кто ты. Михаил Паник. Я снимаю триллеры, драмы, боевики, ужасы. Опять высших образований. И последний вот в ГИК. Мастерская Юрия Викторовича Кара. Это парень, который снимал «Завтра была война», может, смотрел такой. Темная. А вообще, а ты что, когда снимал фильм, ты что, яркость не настраивал? Участвовал при создании. Человек 30, наверное. И что, 30 человек не видели, что яркость у фильма низкая? Ну, это точно не мой телевизор, потому что это Panasonic. Древние телевизоры, ну, никогда не врут. А, это у тебя триллер? Ничего себе. А я думал веселую музыку делать. Нет, я же тебе наоборот говорю, что на черные клавиши нажимаешь. Надо идти обратно, я же запрограммировал. Все переписывать теперь? Ну да. Вот теперь мы будем... Почему вся гитара как пианино выглядит? Пианино? Ну ее же вот так вот берешь и так вот играешь. Ну она не подключена сейчас, поэтому не играет. Это придется всю программу менять. Ну он не то чтобы прям минор, он больше должен быть загадочный, знаешь, типа Twin Peaks. Получается, что вообще времени нет. Так время есть. Оно же относительно. Минута растягивается. И ты еще ж не платишь ничего. Тогда, нет. Может быть, что-нибудь возьмешь, чтобы это по-честному было. Конфеты, может. Яблочки. Одно тебе? Бери два. Так будет лучше, так лучше вот я буду. А ты что это? Очень красивый ноутбук. Красивый? Тебе да. Нравится? Держи два. Такая интересная случайная встреча. Компьютер понравился, да, тебе? Да, в целом неплохо. Классный вид из окна. Это здесь Гена живет. Вот там постоянно смотрят Сашу Таню сериал, а здесь я никогда сюда не смотрю. Ты живешь. Обращал внимание, что он чувак сейчас спрыгнет? Ноги. А, да. Не, это кот. А ты где в Минске живешь? Тут же. Вот здесь ты, да? Ну это далеко, это получается вот отсюда, от меня. Это где-то приблизительно надо, ну где-то километра два. Я тебя, ну, провожу. Пожил бы у тебя. У меня тут просто Кристина, я с женой живу. А тебе на сколько пожить надо? Годы. Давай я тебе сначала саундтрек сделаю, чтобы по-честному было, а потом ты здесь поживешь у меня. Хорошо. Я в отпуске, кстати. Отдыхаю, но когда тебя увидел, я понял, что я не буду отдыхать. Что, ты без обуви уходишь? Надо. Ты ж оденься. Андрюс Климка, можешь одно зеленое яблочко дать? Потому что два красных. Я люблю, чтобы было разнообразно. Давай я тебе помою. Оно станет зеленое. Смыть надо красноту. Давай, я смою. Ну, вообще мне понравился Миша. Он, ну, такой честный человек. По нему сразу видно, что он честный парень, и он не надурит. Миша — это такой человек, который сказал, что не заплатит. Он и не заплатит. Миша, где ты?
Миша? А, Миша, наверное, уже ушел. Яблоко не забрал. А куда? Миша куда-то ушел. Ого! Это что такое? Это что тут? Не понял. Миша? Он что, ушел? Миша? Ты что, ушел, что ли? Миша, куда ты уходишь? А как я буду сочинять? Алло, алло, слушай, Миша, а как я буду сочинять? Ты ж все забрал. С помощью воображения. Пока, Миша. Подожди, подожди. Миша. О, у меня получилось. Все, Миша, отдавай мне оборудование. Ты некрасиво поступаешь. Это, ну, мое оборудование. Блин, не получилось. Не получилось задержать Мишу.